I'm Vladimir Klitschko, and I'm addressing the entire world to stop this war that Russia has started. Just today, civilians were shot by the rockets. With special operations, civilians getting killed. And it's happening in the heart of Europe. There's no time to wait, because that's going to lead into the humanitarian catastrophe. You need to act now to stop Russian aggression with anything you can have now. In an hour or by tomorrow, it's gonna be too late. Please get into action now. Don't wait. Act now. Stop this war. That's what Russians' war against the civilians look like. Destroyed buildings, destroyed infrastructure. City bus just got hit by the rocket. Lives are getting lost. That's the war that Russia started. That's the city of Kyiv. And many cities in Ukraine were destroyed. Lives were taken. That's the truth. These images is the truth of Russian war against Ukraine. Putin's war against Ukraine. That's what it looks like. Это послание россиянам. Слушайте те, кто способен мыслить или еще мыслить. Императорскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века. И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое, это полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь, в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса. Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину. И вы все об этом знаете. Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании. Запомните, нас не нужно освобождать. Мы на своей земле и строили свою страну. И мы ее построим. Украина – свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития. И мы будем биться за свой выбор. Сегодня мы, как никогда, едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю. Это вы убиваете наших детей. Бомбите и сравниваете с землей наши города и наши дома. Знайте, вас здесь называют орками. Всех. Нету сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и внемлите пропаганде сумасшедшего человека и сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю. Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся. И ваша армия это уже поняла. Оставить ультиматумы людям, которые умирают за свою землю, бесперспективно. Запомните. Как бы вы ни пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите, ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Не хотите быть страной в полнейшей изоляции? Не дрожите от страха и безразличия. Будьте смелыми, как украинцы. Спасайте свою страну. А мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец. Представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине! I'm calling to all the international partners to observe this strategy that is happening nowadays in Ukraine and this senseless war, which is not going to have any winners but losers. I just want to tell you, we must stay united against this aggression, against Russian aggression. Don't let it happen, continue happening in Ukraine, don't let it happening in Europe and eventually in the world.
United we're strong. Support Ukraine. Thank you.